Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем постановлении о введении режима повышенной готовности в регионе утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу в период всеобщей самоизоляции до 1 мая. Главное требование – соблюдение всех рекомендаций областного управления Роспотребнадзора. В частности, перед началом работы рекомендовано измерять температуру сотрудникам с помощью бесконтактных термометров. Необходимо соблюдать обязательную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Важно усилить режим дезинфекции рабочих помещений, столовых. Работники должны быть обеспечены масками с их заменой каждые 3 часа. Кроме того, работодателям рекомендовано наладить аудио и видео, а также селекторную связь для производственных совещаний. После уточнения количества сотрудников, обязанных находиться на предприятии, нужно исключить из этого списка людей, находящихся в группе риска.